got broads in Atlanta. Just took the lead in the phantom. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the banner. Legacies, phantom. И всем привет, ребят, с вами я, это Грашу, и сегодня я бы хотела сравнить три секретных ножа на популярность. И мы будем заходить на разные матчи и проверять реакцию. Это будет Керамбит, Фальшон и Хатинг Найф. Начнем мы с Керамбита. Заходим в игру. Убираем серф. И... вот у нас все подключилось, и мы пишем «У меня керыч». И вот, ребят, смотрите, один человек уже смотрит. Один человек уже смотрит. Все, все. Ну, о, два человека подошло. Все. Три. Четыре, ребята, уже четыре человека. И, блин, на Керамбит достаточно хорошая реакция. Ну, а теперь переходим к Фальшону. И вот, ребята, я взял Фальшон. И давайте теперь пойдем на тот же самый серф. И мы пишем в чат. У меня... и, ребята, один человек смотрит. Два человека смотрят. Ребята, мне кажется, ли я на один сервер зашел? На один сервер все время заходил. Мне кажется, это так и есть. Три человека смотрят. Вот это да. Правда, четвертого нету. Но, блин, реакция все равно неплохая. И теперь мы переходим к Хантинг Найфу. И все, ребята, я взял Hunting Knife. И вот, ребята, я, наверное, возьму на него Skin Revenge, а не Safari, потому что он, ну, как мне кажется, красивее. Ну, а теперь мы пойдем на тот же самый серф. И, блин, не удивлюсь, если нас опять кинет на тот сервак. И, ребята, о, мы опять на том же сервере. Ладно, и теперь пишем «У меня». Хан... Кнай. И, ребята, о, нифига себе, у кого-то даже керыч есть. Четыре игрока, ребята. Он побивает рекорды Керамбита. Пять игроков, ребята. Это просто, мне просто это не верится. Пять игроков стоят и смотрят на Хантинг Кнай. Ну и на этом все, ребята. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока.